Добрый день, какой бодрый выглядишь. Да, с утра это так очень приятно и хорошо. После велопрогулки рабочая встреча. На память о визите в регион. Фотографии на фоне набережной Волги. А Чувашия спортивный регион. Буду, спасибо большое, буду вот держать рабочий кабинет. Прекрасная набережная. Действительно, поздравляю вас с этим проектом. Это один из лучших проектов. Социально очень важный для людей. И спорт, прогулки. Вот. Для детей прекрасные места. Для молодежи вот, волейбольные площадки, футбольные площадки, пляжный район, велосипедные дороги. С другой стороны, хочу вас поздравить с результатами экономической республики. Вот вчера все узнал, узнаю новости. Действительно, республика развивается. Сейчас с коллегами, министрами смотрели инфраструктурные проекты, мост, который здесь делается, очень важный, вот как раз поможет развитию и улучшению, ускорению движения в городе. На рабочей встрече Ненад Попович и Михаил Игнатьев обсудили и детали дальнейшего взаимодействия. Товарооборот между странами за последние годы увеличился. И в этой конкурентной среде наши производители выигрывают. И дальнейшие перспективы, я говорю, очень хорошие. Почему? Потому что, вкладывая инвестиции в человеческий капитал, мы получаем хороший результат. А касаясь наших отношений, вообще Россия, Сербия, Сербия, Россия, мы только рады и счастливы. И эти отношения на сегодняшний день только развиваются. И руководитель, наш президент Российской Федерации Владимир Путин только хочет не только укреплять, а дальше дополнительные стимулы давать. И президент Сербии это делает. Это как раз те ресурсы, которые дают очень хороший результат. А должен поздравить вас и вот с вашим основным кластером электротехнической промышленности здесь. Он один из лучших в Европе точно и действительно лучший в России. Один из лидеров электрокластера накануне отметил юбилей. В торжественной обстановке лучшим работникам завода ЗИИМ вручили госнаграды. Шестьдесят лет назад в этих цехах выпустили первую партию механизмов для управления приводами. Сейчас продукция завода экспортируется в десятки стран. Здесь в Чувашии есть предпосылки для развития бизнеса. Надо поблагодарить и вузы, и школы, которые дают такие специалисты. Прыжок был как раз в инновациях и новых технологиях. Сейчас на заводе выпускают приводы для трубопроводной арматуры, приборы контроля, датчики и микропроцессоры. Среди заказчиков крупные корпорации. Недавно были налажены поставки и для нужд Атомпрома. Ну, 60 лет для любого производства, для любого предприятия – это молодой возраст. Вы поднялись на мировой уровень. Это правда. Это интеллектуальный труд. Предприятие вкладывает инвестиции в человеческий капитал. Для того, чтобы сократить долю импорта, на заводе начали выпускать и интеллектуальные приводы. Спрос на продукцию растет. Была оценка нашего основного западного конкурента. И глава иностранного мирового концерна сказал, что я никогда не думал, что нам придется конкурировать с русскими, с ЗИИМом. Чтобы укрепить позиции на рынке, здесь намерены реализовать и новые проекты. Объемы выпуска продукции на заводе увеличиваются. Дмитрий Ковалев, Александр Петров и Валерий Резюков. Республика.